К 25-летию независимости Республики Казахстан в области полным ходом идет акция под названием «25 звездных дней». В ней активно принимают участие все жамбылские учреждения. О том, какие мероприятия в рамках акции прошли в Таразе, сегодня расскажет Альфия Мингазова. Руководители 25 ресторанов, кафе дают праздничные обеды для малоимущих и многодетных семей, афганцев, одним словом, для уязвимых слоев населения. Акцию продолжил ресторан «Той Хазан». Праздничный обед был накрыт для ветеранов афганской войны, граждан, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне. Кроме того, что столы ломились от угощения, для них организовали большую концертную программу – песни, танцы и хорошее настроение. Приглашенные гости, в свою очередь, поблагодарили организаторов мероприятия. Выражаю огромную благодарность Гора Акимату, отделу внутренней политики Гора Акимата, что не забывает наших ветеранов. Поэтому еще раз с приближающим праздником 25-летия нашей независимости желаю всем нашим гражданам Казахстана счастья, процветания, благополучия, здоровья и всего самого хорошего. Акция «25 звездных дней» продолжилась в областном детском туберкулезном интернате. Здесь прошла выставка творческих работ. Участвовали в ней 40 ребятишек с 1 по 11 классы. Среди представленных работ были открытки, аппликации, подделки, рисунки. Каждый ребенок старался выполнить свою работу на отлично. Так и получилось. Данная выставка открыла много ярких талантов. Я горжусь тем, что родилась в такой необычной, красивой стране и рада независимости нашей республики. Моя мечта во всем помогать своей родине. И сейчас своим рисунком я тоже надеюсь, что все-таки таким образом вношу определенный вклад в развитие независимости. Концертная программа, подготовленная организаторами, подарила отличное настроение каждому присутствующему. Не стоит забывать о том, что независимый Казахстан – это дружба, сплоченность и вера в надежное, светлое будущее. Альфия Мингазова, Серик Тажибаев, Гани Айдаркулов, 77 News.